выставляет мяч вперед. Ну и там уж не отпустили. Правда, вот пока не может подняться с газона Владимир Быстров. Как развивалась эта атака, смотрите, навесная передача. Здесь в воздухе всех переиграл. Удивительно, кстати, как переиграл Александр Киржаков. Не самый высокий, но перепрыгнул. Забыл почему-то с ним побороться здесь в воздухе Щенников. И буквально выносит этот мяч в ворота Владимир.